Давайте. Для сельских свадьб. Поехали. И опять же здесь, да, сразу, помните, кидали этого барабанщика несчастного, который в Мейдене пытается играть. Он просто нереально кривой вживую, просто... То есть именно... Я не знаю, где можно было найти настолько кривого барабанщика. И даже начало здесь уже... То есть даже вот это вот начало, оно уже как бы расползлось. Все, уже чувак ритм не выдержал. Гитара вот эта кривая. Сзади ритм химерный, тоже как бы нереально кривой. Но ты можешь себе представить, чтобы Кипелов так бэк-квэк, вот так вот квакнул? Вот это вот бэк-квэк, то есть вот этот Скрудж Макдак. Можешь себе представить, да, там эпичного пафосного Кипелова просто, и чтобы он бэк-квэк, вот это вот сделал? Блять, поэтому нет, к сожалению, это помойка.